С начала июня в Костанае открылся парк космических приключений «Космодрайв». Детей с их родителями ждет незабываемое путешествие по просторам галактики. Интерактивная выставка, аттракционы и научные экспонаты порадуют посетителей разного возраста. Удивительный и познавательный мир космонавтики рядом. «Космодрайв» – это космический парк приключений. Познавательная выставка посетила десятки городов Белоруссии, России и Казахстана. Впервые парк действует в Костанае. Не упустите возможность прокатиться на аттракционах, увидеть макеты различных планет и стать участниками квеста. Детей и их родителей ждут незабываемые впечатления. Благодаря этому космодрайву человек что-то новое узнает. У нас есть различные голоса, у нас есть мастер-классы, у нас есть новые технологии, которые у нас еще в Костанае не было. И тем самым ребенок, смотря на это, очень сильно удивляется, и в будущем это ему поможет. Стать космонавтом с помощью современных технологий просто. Для этого необходимо применить устройство виртуальной реальности. Помимо этого, здесь посетители могут встать на космические весы и узнать свою массу тела на разных планетах. Также у гостей есть возможность испытать на себе гравитацию на самой большой планете Солнечной системы – Юпитере. Мы здесь впервые. Нам с внуком все очень понравилось. Мы увидели Луну, Марс и другие планеты. Возможно, внук в будущем станет космонавтом. Всем бабушкам и дедушкам советую посетить космический парк. Это познавательно и интересно. Парк космических приключений работает с 11 утра до 9 вечера в торговом центре «Метрополис». Выходной день – понедельник. Билеты можно приобрести на кассе или на сайте космодрайв.кз. Вас ждет фантастическое приключение в мир космонавтики. Много всяких аттракционов, интересно очень. Можно все попробовать. И, в принципе, все интересно про космос так. Мне очень понравилось. Когда я была на виртуальной реальности, там очень было похоже, что ты в космосе, так как будто ты там ходишь как-то и исследуешь что-то. И вот взрыв, пуск ракеты особенно. На территории парка множество ярких локаций, где жители области фотографируются и снимают памятные видео. Новые знания, головокружительные эмоции и научные факты – все это «Космодрайв». Интерактивная выставка в городе продлится до 2 июля. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал «Костанай».